Отдых на озере опасен для отдыхающих, причем под угрозой не люди, а их автомобили. Машину, застрявшую рядом с пляжем на Вечерском озере, не просто обворовали, но еще и, как говорит сам хозяин, поглумились над автомобилем. Разбили стекло, украли инструменты, домкрат. Номера были содраны. Украли документы. Паспорт, водительское удостоверение, СТС. Приезжали на рыбалку, когда выезжали, застряли на машине. Мне пришлось уехать на некоторое время. По приезду получилась такая неприятная ситуация. Отсюда из машины было украдено много дорогих вещей. Металлоискатель такой серьезный, ну, порядка там, я не знаю, может быть, 30 тысяч. Айфон был. Вот, скажите. Была кожаная куртка дорогая, итальянская. Они хотели украсть еще аккумулятор. Но так как здесь вот секретная гайка, они не смогли одну секретную гайку открутить, поэтому не украли. Именно кража, я думаю, связана с тем, что какие-то подростки. Очень возможно, что не местные. По вскрытию машины и порче имущества уже было мною написано заявление во второе отделение полиции. Приезжали, снимали отпечатки. Ущерб оценивают где-то порядка 210-220 тысяч рублей. Для вас это существенные деньги? Ну, это, я думаю, для любого россиянина существенные деньги, если он не олигарх.